Добрый день, с вами канал Малорама, первый фрагмент 79 серии сериала «Зимородок». Ферит найдет Сиран, когда она будет тихонько спать, она будет убита горем. Поговорив с Феритом, Сиран признается, что у нее ничего не получается, и она не может после их расставания жить, как будто ничего не произошло. А вот у Ферита, думает, она все сложилось намного лучше. Но Ферит ее поправит и скажет, что все было совсем не так после ее ухода. Боли и горе были просто невыносимыми для него. А Сиран признается, что после него так и не смогла никого полюбить. Ферит же в это время готовится писать свою судьбу, как он думает. Изменит ли это признание Сиран что-то в истории этих двух влюбленных, мы увидим в 79 серии сериала «Зимородок», которая выйдет на турецкие экраны 18 октября в 20:00 на телеканале Star TV. Из последних данных турецких источников в сериале обещается долгожданный сюрприз. В сериал «Зимородок» возвращается актер Четин Текиндор, всем известный как Халис Ага. Ранее зрители в предыдущих сериях узнали, что он находился некоторое время в Швеции. А вот все свежие подробности о сериале вы можете найти в нашем телеграм-канале, ссылка будет в описании. На этом у нас все, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!